Спонсор программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. В Благовещенске на перекрестке улиц Калинина и Пролетарская внедорожник «Хаммер H3» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не пропустил пешехода 21-летнего парня. Пострадавший получил травмы. А в Тынде девушка на внедорожнике Toyota Hilux Surf сбила велосипедиста 10-летнего ребенка, который выехал на проезжую часть. Ребенок госпитализирован, сообщает Амурская ГИБДД. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В Бурейском районе сотрудники полиции задержали амурчанина 82 года рождения. Мужчина привлек внимание стражи порядка, проехав несколько раз мимо стационарного поста. Инспекторы ДПС проследовали за машиной до лесополосы. Доехав до леса, подозрительный водитель остановился и скрылся в чаще. Через некоторое время мужчина вернулся, но уже с пластиковым пакетом в руках. При виде полицейских амурчанин попытался избавиться от ноши. В пакете полицейские обнаружили 4 медицинских шприца и стеклянную банку с веществом темного цвета. Гражданин был задержан. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишным маслом весом более 500 граммов. Возбуждено уголовное дело. По законодательству подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД области. В районе станции Екатеринославка Амурской области грузовой поезд отрезал мужчине ногу. Пострадавший 42-летний мужчина. Транспортные полицейские установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути перед близко идущим поездом. На звуковые предупреждающие знаки он не реагировал. Мужчина доставлен в больницу с диагнозом «травматическая ампутация левой стопы». В областном центре водитель тягача, перевозивший экскаватор, не рассчитал габариты груза. Тяжелая машина повредила трубопровод, проходящий над дорогой. Как сообщается, авария произошла на перекрестке Загородной и Амурской. На видео с места происшествия, снятом из проезжающего мимо автомобиля, видно, как из поврежденных коммуникаций хлещет вода. И о ситуации на дорогах. В Благовещенске «Хонда» отправила «Мазду» на одуванчиковое поле. На пересечении равнозначных дорог столкнулись две иномарки. «Мазда Демия» двигалась по свободной от Кузнечной в сторону Островского. «Хонда ЦРВ» ехала по Трудовой в сторону Конной. Водитель «Хонды» не пропустил «Мазду». У «Хонды» помята передняя и боковая часть. «Мазда» получила чувствительный удар в бок. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улицы Амурской и Больничной. Автомобиль Mazda Bongo Friendly двигался по главной улице, по Амурской и по улице Больничной. В это время шел автомобиль Nissan Sirena, водитель которого не пропустил движущуюся по главной Mazda Bongo и совершил с ней столкновение. В результате удара транспортные средства получили серьезные повреждения, о пострадавших не сообщается. Незначительное ДТП произошло на территории базы ОПС. Водитель грузовика, сдавая задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на припаркованную Toyota Echo. Повреждения получили только автомобили. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Хорошие деньги для хороших людей. «Дом денег». Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57 48.